где лучше? Да как скажете. Пойдем в пункт. Сюда я просто снимаю. Он уже это, Александр это. Сейчас мы все. Где потом? Саша. Последняя минута. Спасибо. И вам спасибо. Александр же опять подымал. Ну погляди, что ли, сюда. Тридцать секунд. Марафон. Подожди, не уходи, теперь ты сюда. По-честному, нет, тут по-честному. Все, подожди, теперь вот так. Да, запотел. Да? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Свое выступление закончили. Мишарин Даниил. 100. А, раз уже награждают, так может тогда что-то мне там. Ну все, 184 подъема. Второй помощник. Меня зовут Дмитрий, 215 подъема. Четвертый помощник, Шамай Дмитрий. 233 подъема. Дядя Петрович. Автограф можно вас? Подчеркнем, не замечательно. Как вы знаете? А, Александр. Вот Александр дает. Все Александр чемпион. Десятый поток. Это имя такое, как победитель. По-гречески что-то там. Виктор победитель, Александр. Нет, Александр защитник народа. Шамара Леонид, Леонар, Рахимов Сайлубек, Мученика Виктор, Лифтинов Николай. Время на подготовку. А это сыну Максиму. Моему. Он тоже кандидат мастера спорта по деревому спорту. Тоже надо, да, тему. Тем более вы занимаетесь оздоровительными практиками, не просто, кажется, вы изучаете. Хочу продолжить. Спасибо. Давай.
еще кто? Как? Считать? Там 30 минут. Хороший день. Треть прошла.
лучше, пока. Давай, пока, пока. А сейчас тут будет? Вот здесь будет? Да. Да, да, порвет просто. Слушай, Саш, можешь объяснить, что ты делаешь? Натираю гель. Для чего? Ну, как объяснить? Ну, с чего начать? Вот такое действие у всех гелевиков, натирать магнезию, которая, она, во-первых, впитывает пот, когда при рывке, если идут какие-то потовые выделения, то и не дает соскальзывать гель. Опускается. То есть гель надо пересоревновать, специально подготовить. Да, но есть категория гелевиков, которые просто спиртом протирают насухо вот так вот и без магнезии рвут. Есть такие. Поэтому каждый спортсмен готовит гирю под себя, как вот. Поэтому под свою ладонь, можно сказать так. Кто-то жесткую магнезию любит, чтобы она аж таки пупурышками. Вот кто-то. И она просто вот, ну, не выскальзывает. Мне надо результат. Бывает такое, что вот она результат, а ты же еще можешь, и там ты тренер, там у тебя будет первое место еще занять. Не надо гнаться. Не надо. И первое место у тебя будет потом. Начинают гнаться, гиря выскальзывает, время потеряно, и обратно 7-8 месяцев на подготовку. Ну, до следующего раза. До следующего старта, где выполняется, например. Ну вот к нам ездит центр в Калугу. Нет мастера. Это. Ну, просто там девочка сильная. Почему-то сильная. Для всех есть нормативная сетка, где надо выполнить. Если я тебе хочу что вдолбить в голову? Что? Когда ты. У вас выходит трое, например, да? И там получается так, что ты можешь как бы и мастера сделать. И первое место. На награждение приглашается Батяев. Ты не ехала за первое место. Мишарин, Даниил, Грязов, Дмитрий, Сапков, Егор.
когда вы становитесь, и когда ты начинаешь ускоряться, не дай бог. И когда вот-вот мастер должен быть, а ты погналась за первым, я тебе хочу, что, мужик, вот это. Нет, пускай она там занимает и первое место, и пускай она там станет мастер, а не мастер, ты приехала за мастер. Не надо вот эти гонки устраивать. У меня случай был по пауэрлифтингу. Мы приехали тоже три человека, и мой просто приехал, просто поучаствовать. А случилось что? Два соперника сильных стали между собой выяснять отношения и забаранили вообще. И мой никто, КМС, победил двух мастеров. Ну вот я к чему тебе клоню, что не надо. Потому что потом обратно какие-то переживания, это подготовки, выполнил мастера и уже думаешь, надо тебе международник, да? Или не, а что ты смеешься? Так оно и есть. Вот. Поэтому давай еще 10 раз. Ну причем, а как ты можешь два раза сделать по 5, уже я сейчас руку сорву. Так я же на 24-й сетку стоили, а не на 16. А разминка как? 10 раз что? Прыгалки? Да. Сразу рви. По 10 раз. Для часа первого 40 килограмм награждается Кучерика Виктор. Качель, не забывай, ногами работаешь. Вот. Осталось 3 минуты. Номинация «Дай бой» с результатом 87,5 баллов продолжается Садков Егор. Номинация «Дай бой» с результатом 207,5 баллов награждается Грязнов Дмитрий. Номинация «Дай бой» с результатом 163 балла награждается Мишарин Данил. Номинации «Рывок 40 килограмм» с результатом 40 подъемов награждается Батяй Каркадин. Завазин Александр. Секунд. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Стоп. Свое выступление закончили Шамара Леонард с результатом 533 подъема. Рахимов Сайлубек, результат 653 подъема. Лихтинов Николай, 702 подъема. Саша, я же тебе сказал, у меня болит спина. Но поэтому классики не спать. А здесь я эксперимент по одному разу 600, если чё, по 2 800, по 3 тысячи. Если чё, то по 3 выдержал.
Ну так ты сейчас, ну, нам здесь часовой засыщем. А? Нам тут находиться. Даже больше я будет. Еще не знаю. А мы сейчас, можно будет скажем, вообще надо все закончить. Надо еще будет. То есть направо. Я не знаю, технично или нет, я старался. Все правильно. Не дергаться, чисто рука. Нет, ноги свободно у тебя стоят. Только вот опускаю, когда на рельсе не будет. Никакого читинга. А так все, мог бы добавить, но не стал. Я быстро начал, 23 раза. Куда? Надо как Василий Ильич. По полкилограмма мне говорит. Да, хорошо, я по разу. Да, по разу добавлять. А вчера что-то вы это за час меньше сделали. Ну, программа такая. Это так. Разводка боя. Разведка боем. Это он экспериментирует. Разведка боем. Здесь соперники должны были. Вы просто сами не ожидали, да, что так получится. Почему? Я ждал. Да? Я знал, если по одному разу делаю, один результат, если я выдерживаю, по два раза, другой, по три раза, на 200 раз увеличивается количество раз. Вы поняли, да? Главное вытерпеть организм, чтобы... Не, а я вообще дышал без всякого. Единственное, что я поел, если только пришел, поел, я говорю, это плохо. Ну не повредило? Начало немножко изжога, как бы. Да? А так нормально. Ну, я кашки поел овсянки. Овсянку рекомендует, это полезная штука овсянка. Я вообще на воде его ем, без сахара. Ну что, пойду схожу тогда. А он куда-то уезжает, за ним приехал? А у меня, допустим, склонный к сахару, диабет третий. И я стараюсь нагреть. Его наградили. Кефир чесноком на ночь. Такое вот. А чуть только сладкое или печеное там, или жареное, все, начинаю бегать пить. Вот стараюсь. Чеснок сбивает сразу же. Кипит с чесноком прямо хорошо. Покрывал руки, он здесь. Чувствовал, думал, ты меня раздолбаешь, что-нибудь покажешь, так и даже. Нет, я вижу, что ты поплатил. А что, смотри, когда у тебя все нормально? Ты все. А там жаристый еще. Пахнул флаг на флаг. Видишь, я стал выдерживать и бомбить всех. Это Сеули. А, это тебе американец подарил? Да, он у меня мой... Эгер который? Да, мой снял, а этот ряд, он мой снял флаг. Бандан, да? Да, у меня же флаг был мой, российский. Поменял. Он снял, а этот одел. Да. Ну и ладно, я как раз первый раз длинный цикл. Пропагандируешь разные связи. Самое главное, что я, когда он мне повязал вот эту, я по Нищиткино выиграл длинный цикл. Да, понял? Да. Он и не ожидал, что я выйду 10 минут за пункту. А сейчас начал удерживать. Ты платите, потому что задерживаю. Я вспоминаю, что я хотел с Антинтией здесь посмотреть. Я уже готов был, уже, а спину прохватил, где-то не пробовал. Поэтому я лежа тренировался и вот на жизнь пришел. Спасибо. Ну, ребята, счастливо. Давайте счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания. До следующего года встречи. А можно расчитать? Иди, Саша, встань. Как расчитывай. Это же ясно. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал
и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!